Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Мое видео по проекту, который находится на предстарте. Это рекламная площадка с бинаром Stream Reward. Значит, здесь делают деньги. Значит, участников уже более 4000. И старт проекта уже через 3 дня. 11 часов 59 минут. Тут идет вот отсчет времени. Так, здесь можно все просмотреть. Минимальный вход сюда $5. Так, вы открываете себе возможность заработать более 10 тысяч. Так, здесь вот отзывы пошли. Вот есть группа на Facebook. Значит, и что у нас для получения прибыли? Быстрая регистрация, активация площадки и получение прибыли. У меня важная информация. Хочу вас проинформировать. Я зайду в кабинет. Сейчас я авторизуюсь. На предстарте можно очень хорошо заработать. Проект суперский будет. Так, автомобили. Подтверждаем. Нажимаю «Войти». Ну, здесь у нас информация. Это можно все как бы прочесть. Приобретая пакет за $5, вы открываете себе возможность заработать более 10 тысяч долларов. Приобретая пакет за 15, вы открываете себе возможность заработать более 49 тысяч. И приобретая пакет за 20, более 60 тысяч долларов можно заработать. Значит, у меня лично приглашенных 12, всего в команде 197, оплативших в моей команде 30 человек. Так, вот здесь новости. Это все мы должны прочесть. И уже пора как бы и оплачивать. Потому что старт уже будет через 3 дня. Теперь перейдем к важной информации. Значит, что нужно сделать, ребята? Обратите внимание, услышите меня. Нажимаю «Профиль». Значит, во-первых, заполнить все свои контактные данные, чтобы ваши партнеры могли с вами связаться. И что еще? Вот на эту вкладочку, смотрите. Так, сейчас мы рекламку закрою. Так, пас-коды. Вот это вот. Обязательно обратите внимание, здесь нужно придумать пин-код. Так. И что здесь написано? Вот это слово «паскоды» вам нужен для выплат. Внимание! Паскоды подлежит платному восстановлению. И стоит оно $10. Если вы забудете свой пин-код, то чтобы восстановить его, нужно будет заплатить $10. Нужно его обязательно записать где-нибудь в надежном месте. Даже несколько раз записать, чтобы не забыть, запомнить, записать. Там, я не знаю, сохранить это все. Потому что будет стоить, если вы забудете, $10. Я еще пока ничего не... Это самое страшновато. Вот. От 4 символов до 10. Цифры, буквы и знаки. Вот. Так что вот это я вам хотела сказать. Пин-код нужен будет вот этот при выводе средств, я так понимаю. Забудем, все, кирдык. Будем платить $10, чтобы восстановить. Так что обращаю. Услышали меня, да? Вот. Потому что мне некоторые задают вопрос, что вот это пин-код, что платный. Нет, он не платный. Но если мы забудем его, то нам придется заплатить $10, чтобы его восстановить. Вот такие вот дела. Ну что, в принципе, вот это я и хотела вам сказать. Значит, мои партнеры, здесь вкладочка у меня. Вот,
как бы есть иностранцы, вот у меня иностранных боксов, только что-то они не платят, не оплачивают, и много вот не оплативших. Проплачиваемся, потому что до старта 3 дня, как я сказала, значит, здесь что у нас? Кошелек. Заходите в кошелек. Здесь у вас будет как бы вкладочки. Нажимаете вкладочку «Пополнить». У меня есть на канале видео, как пополнять. Я быстренько уже после регистрации, по-моему, на следующий день я проплатилась. Значит, если за $5 пополняете на $5, нажимаете «Активировать». Сразу активируете. Если на стандарт за $15, то здесь будет у вас вкладочка. Нажимаете «Активировать». И базик плюс стандарт за $20. Я сошла вот за $20. Тут будет вкладочка «Активировать». Пополняете на $20 и нажимаете «Активировать». У вас все сразу все вкладочки пропадают. Значит, и что? Транзакции мои. Вот. Я пополнила с Payeer $20. Вот я 18 числа. И активация программы за $20. Так что пойдут переливы от всей структуры. Значит, здесь программы. Как я сказала, это с бинаром. Значит, базик, стандарт. Вот. Здесь вот такие матрички. Далее что? Есть еще инфораздел. Нажимаете на инфораздел, попадаете на такую страничку. Здесь тоже все прочтете. У них очень большие планы. И если отнестись к проекту серьезно, то, конечно, можно неплохо здесь заработать. Вот. У них тут аж до конца года. Вот. Значит, вот январь предстарт, февраль старт платформы, распределение всех оплативших партнер по дате регистрации. Оплатившие партнеры остаются у своего спонсора, если он сам сделал оплату. Если спонсор не оплатил, то оплатившие участники переходят к вышестоящему оплатившему спонсору. Открыты выплаты, доступна активация рекламы. И здесь еще внедрение у них будут в марте. Пакеты с новыми рекламными возможностями в кабинете и на различных постановках.